после детского праздника. Очень много было детей, родителей. Вот так вот выглядят столики после детского праздника. Кул. Все чистенько, все аккуратненько. Красота. Стенд с арендой площадки. Здесь больше всех листочков. Значит, все-таки людям здесь нравится отмечать дни рождения, вечеринки. А Лада нашла себе песочницу. Прям как будто специально привезли песок, да, Лада? Здорово. Да, больше и не надо. Лада набегалась, мячик наигралась. Ей тут понравилось. Теперь за песочек принялась. А для Кирилла оказалась площадка маловатой. Он тоже набегался и устал. К нему подошел мальчик, говорит: ты будешь играть в салки? Говорит: давай. Они как начали носиться по этой площадке, а там столько ходов и выходов, оба устали. Быстро. Вечеринка закончилась, народ разошелся, парковка освободилась более-менее. Конечно, много людей приезжает, занимает парковочные места, чтобы поиграть. Там поля. И на праздник. А вот с той стороны озера очень много птиц. Если обойти озеро, то там какие-то красивые птицы. Их можно тоже покормить. Так люди тоже кормят уточек. Много-много-много уточек. И беленькие, и серенькие. Приезжайте. Флорида, Орландо, Винтерпарк, Комьюнити Плейграунд.